Вот, короче, мы будем сегодня делать... ну, мы сделали тотем сиреноголового, мы будем его призывать. Вы на канале Danics Up. Это Женя, я сам Даник. И мы начинаем. Короче, вот такой вот мы тотемчик сделали. Реалистичный очень, большой. Да. Палок поменьше не было. Да, поменьше палок не нашли. Ну, могли бы найти. Но короче, Я как будто вот так... Ну, не бойся. Если что, бежим сразу. А, кстати, смотрите, какое дерево повалил он. Видите? Вон. Пойдемте, я... Не, я приблизил. Смотрите. Вон он. Это он сделал, потому что никто больше не мог. Вон он, Жень. Я вижу. Я все снимаю. Короче, Женя, беги сюда. Что такое? Я как будто сирену какую-то слышал. Вот такой... А, это траву косят. Начинаем. Мы не говорили, просто-напросто сиреноголовый, приди. Садимся. Сиреноголовый, приди. Сиреноголовый, приди. Сиреноголовый, приди. Короче, через несколько минут он точно... Он должен прийти. Если он не придет, он может потом прийти. Ой. Подожди. Как это корень? Это корень? Мы не вырывали его. Смотрите. Когда он... Смотрите. Я не вырывал. Я просто немного гну, и он все. Он как будто глубоко просто заполз. Все. Ладно. Мы это не сиреноголовый. Мы палку забыли убрать. Короче, почему-то не получается. Будем, короче, ходить, ждать. Включусь, когда какой-то звук будет. Или еще. Короче, все. Когда будет звук какой-то, я врубаться буду. Мы что-то услышали. Ты слышал, там что-то было? Да. Там реально что-то было. Лучше просто сломать тотем. Нет, сейчас не надо. Я хочу, чтобы он реально подошел ко мне, посмотрел мне в глаза, я разрушу, и он убежит. Я слышал. Я вот такой вот писк слышал. Пью. Это в том лесу, напротив. Может, туда сходим? Ой, смотри. Ягодки. Ой, грибочки. О, грибочки. Поганки. Поганочки. Семейство поганых. Ой, как смачно раздавило. И вкусно. А прикиньте, сейчас придет поганкоголовый. А такого не существует, понимаешь? Да. Наверное... Ты слышал? Видишь, там что-то шевелится. Вон, шевелится. А, да. Это деревья? А можно? Это деревья ответ? Нет. Да. Ладно, шучу. Что такое? А можно сейчас просто сломаю тотем, потому что мне уже не терпится его сломать? Да не бойся, пусть он сначала придет, мы будем возле тотема стоять. Стоять! Потому что он... В любой момент может прийти. Потому что он ходит всегда... А, это траву косит. Это траву косят, братан. Я знаю. Ой, я на тотем случайно наступил. Ну. Ой, а я случайно двинул руку. На пофиг. Он придет все равно. Потому что мы либо случайно капельку отодвигаем, это ничего не значит. Либо только останавливаем, это ничего не значит. Да. Короче, идем вот здесь вот, походим вот так вот на тропинку, вот так по тропинке сюда. Тут. Если реально придет. И нам кабзда будет, потому что мы забудем, где тотем. Тотем, я знаю, запомнил. Этот пень, вон пень стоит. И разваленное сиреноголовое дерево. Да. Что такое? Слышу маленькую сирену. Ты слышал? Да, можно я просто разрушу тотем? Нет. Не страшно. Да не бойся. У меня, я знаю, как его вообще убить, чтобы... Ну, не убить, а чтобы он ушел. Тотем надо разрушить. Просто-напросто. Давай что-то будет у тотема. Например, не бойся. Нет, знаешь что? Если он на нас побежит... Это траву кусит. Да. Если на нас кто-то побежит, например, этот сиреноголовый, то я могу, смотрите, запоминайте, сколько секунд. До тотема! И разрушить его. 4 секунды. Да. 4 секунды. Я могу сломать тотем. Да. Даже меньше, просто здесь разбег не сильно был.
Да. Я так могу, где хочешь, перескочить. Над обрывом даже. У меня побегут десятка. У меня тоже. Короче. Еще такой зайчик. Так, идем. У меня камера потрясывала. У меня как будто помеха вот такая вот была. Но это не значит, что сиреноголовый пришел. Ладно, всем пока. Скоро будет вторая часть про сиреноголового. Всем пока.